Президент России Владимир Путин заявил о том, что начиная с 12 мая будут поэтапно сниматься ограничения, которые ввели в связи с режимом самоизоляции. Напомним, нельзя было посещать детские площадки, парки и другие общественные места. Почему больше всего соскучились ульяновцы? Куда они хотят выйти и какие меры мешают им жить? Скажите, пожалуйста, собираются постепенно снимать режим самоизоляции. От каких мер устали? Чего бы хотелось отменить быстрее всего? Отменять пока нельзя, потому что народ у нас бестолковый. Опять попрутся без масок, будут собираться кучей. Вот сказали, что там до 15-го, что ли, у нас. Ерунда. Видимо, Морозов продлит. Надо на прогулку, вот, надо зайти подышать, вот. Так, так, как говорится, чтобы дыхалка работала, как вот, да. Ну, так себя чувствую нормально, поэтому вот так вот протис, вот раз в день, как советуют врачи. Чтобы было все хорошо, вот мы это сделали. Чтобы закончилась изоляция. Ну и чтобы все здоровы были. Надоели уже, устали дома сидеть, вон огород сын еще повез. Сейчас приехали, сажать надо, работать надо. Я уже 3 месяца, это начало марта села вот и сижу. Ноги уже шагать не стали, много сидеть нельзя, лежать тоже нельзя. Двигаться надо. Ну чего устали? От того, что дома сидим, устали. Со здоровьем, конечно, проблема, не двигаемся. Мало подвижности сказывается. С детьми, у меня 2 детей, очень тяжело с детьми. Детям хочется уже порезвиться, но... В основном, ну все, наверное, так-то. А чего ждем? Ну, чтобы не все сразу, конечно, выходили, потому что это тоже страшно. Особенно вот с детьми, сейчас еще детские садики не работают, а мы уже вот вышли на работу. Ни от чего не устал, все устраивает. Вот. Жду процветания родной страны. А мне кажется, не надо снимать. Почему? Ну, сейчас же вон передали, что самый всплеск в России идет. Надо дома сидеть. Я вот просто болею, иду в больницу. А так сижу дома целый месяц уже, никуда не хожу. Надоело в квартире сидеть. Я 3 раза за все время вышла на улицу. Ну, жду. Мне прям надо, чтобы 19 июня, чтобы было все хорошо, потому что у меня година мужу. И вот я жду, чтобы было у нас все хорошо. От этих масок мы устали, если честно сказать. Ну, конечно, как вам сказать, изменений, я даже не знаю, что сказать. Вот. Ну, перемен хочется в лучшую. Да ничего не устали, все правильно делают. Все постепенно отменяют, так и надо. Отменить ничего не нужно, потому что самоизоляцию не нужно отменять. Всю, то есть как, что именно мешает жить? Мешает почему жить? Соскучились? Почему соскучились? По прогулкам, я не знаю, по шашлыкам, еще почему-то. Ну, по пробежкам соскучился. Вот все. Ну, ходить хоть побольше куда-нибудь. А то идешь и висит дамоклов меч. Да беречь себе надо, просто беречь правила. Ты что, в нашем возрасте, старый человек, беречь надо себе. Чтобы не распространять эту болезнь. Да, в принципе, отчет менять. Народ берегут, жалеют. Давно в России так не было, чтобы народ жалели. Я так думаю. Я ни от каких не устала, в принципе. Мне кажется, рано снимать самоизоляцию, если честно. Потому что, как смотришь новости, больше заражений идет. И если сейчас снимут самоизоляцию, то народ будет скапливаться и будет только хуже. У меня частный дом, я пока не устала. У меня там участочки, я там шевыряюсь. Пока я не устала, живу я одна. Пока я не устала, ну, раз такая обстановка, значит, надо терпеть. Да нам как-то все равно. Мы же все равно пенсионеры. Нам и дома сидится. Хорошо, и вот до банка дошла, пенсию сняла. На даче сидится. На дачу уезжаем. Мы так больше нигде не мешаемся.